Добрый вечер, ваши друзья. Раз написано 20.00, мы начнем 20.00. Хотя практика показывает иногда правильно это сделать позже, но сегодня воскресенье. Многие мои замечательные друзья даже уже заранее немножко извинились, что могут уехать раньше, потому что у кого-то поезд. Вот еще так, это так, доклад у меня здесь. Часа на три. Я хотел бы сразу сказать спасибо, что пришли, потому что у меня вот были сомнения, идти на себя или нет, потому что сегодня в Минске концерт Deep Purple. Очень хотелось, но в итоге пришлось идти на собственный концерт. В соответствии с некоторыми пожеланиями, я понимаю, что здесь большинство все-таки людей авиационных. Мне сегодня руководители заведения сказали, говорят, у нас тут с местами некоторые проблемы, потому что летчики и танкисты тут вот рвутся. Я говорю, ну танкисты это вряд ли, хотя не исключаю. А тем более, если мне потом знакомая одна по телефону, я рассказал эту историю, она говорит, ну вообще-то у вас-то там летающие танки есть, я сразу вспомню, да, действительно. К примеру, Ми-24, Су-25. Так вот, в соответствии с пожеланиями, все-таки не все сегодня будет авиационное. Как говорил Олег Митяев, программа такая. Значит, если... А, вот, я только хотел сказать, а там... Это не сейф, нет, это колонка. Там написано для записок, да. Ну, можете что-нибудь писать. Все будет рассматриваться. Я проездом... Здесь сегодня я на 5 минут. Пусть не ждают, но встречают так любезно. Жаль, что стрелки вечным кругом с грохотом бегут. Чтобы я вдруг не забыл, что я проездом. Мне нальют, успею выпить, счастья пожелать. Вслед помашут мне рукой и скажут: с Богом! И опять по этой жизни мне вперед шагать. По разбитым и неешенным дорогам, места не менять. Он был, да только вышел весь, и мне уже не привыкать, что я опять проездом здесь. Я проездом в этот город, может быть, на день. И встречают с настроением диезным. Только вижу, что за мной мчится ночь и день. Лишний раз напомнить мне, что я проездом. День за днем летят недели и бегут года. Оглянуться мне бы успеть, увы, едва ли. Все уходит слишком быстро, как песок вода. И у жизни не иначе я в опале. По селам и по городам, сменив не помню сколько мест. Сегодня здесь, а завтра там, у каждого свой вечный крест, а принцип места не менять. Он был, да только вышел весь, и мне уже не привыкать, что я опять проездом здесь. Я проездом в этой жизни, может быть, на миг.
не объявлен срок, и мне он неизвестен. За него я не торгуюсь, не кидаюсь в крик. Да и торг здесь, безусловно, неуместен. Хоть разбей часы, но время вспять не повернуть. Знаю точно, безусловно и железно. Кто-то раньше, кто-то позже, но окончит путь и поймет, что на земле он был проездом. По селам и по городам, сменив не помню сколько мест, сегодня здесь, а завтра там, у каждого свой вечный крест, а принцип места не менять. Он был, да только вышел весь, и мне уже не привыкать, что я опять проездом здесь, я проездом. Спасибо. Вот вышел новый диск наконец-то. Он там продается, уже судя по тому, что просят подписать, понимаю, что его заметят. Хотя вот он действительно третий в так называемой дискографии. Изначально третьим должен быть другой диск. Вот я сейчас заглавную песню из него спою, я его называл, ну, у меня диски делятся на военные и гражданские. Должен был быть гражданский диск, случились всякие технические проблемы. В итоге, я думаю, это к лучшему. Вышел авиационный диск. Трехлетняя работа. Да, но я сейчас занимаюсь все-таки вот тем, что я когда-то начинал. Там рабочее название было «Штормовая жизнь». И вот песня также называлась. Когда по жизни штиль и дрянь тоска в фаворе, когда на много миль волнения нет на море, то лучше утонуть. И я желаю свято, чтобы ветер начал дуть, и в море пало тебя, и чтоб парусник летел, как птица над волнами, ведь я ж всегда умел в морях дружить. С ветрами и в жизни штормовой всегда везло по камне, и ангел мой со мной, вот обойти бы камни. И ангел мой со мной, вот обойти бы камни. Друзей бы не терять, пусть их минуют беды. И если уж стрелять, то в небо в честь победы. Дай бог смертельный шквал на айсберг не наткнуться, пройти девятый вал, в свой порт домой вернуться, чтоб парусник летел, как птица над волнами, ведь я ж всегда умел в морях дружить. С ветрами в жизни штормовой всегда везло по камне, и ангел мой со мной, вот обойти бы камни. И ангел мой со мной, вот обойти бы.
Между прочим, я эту песню называю про быка, потому что можно спеть «Обойти быка мне», а можно спеть «Обойти быка мне», к примеру. Ну вот, вчера здесь выступал великий Сергей Никитин. Следующая песня к чему? Я очень редко пишу песни на чужие стихи. На моей памяти два таких эксперимента. Оба на стихи людей, которые от нас уже ушли. Вот следующая песня — это Геннадий Шпаликов, всем известный автор песни «Я иду, шагаю по Москве», собственно говоря, сценарист этого фильма, где прозвучала эта песня. Я просто, когда этот стих прочитал, чем я крайне редко занимаюсь вообще чтением стихов, у меня сразу музыка возникла, я написал. Если бы я знал, что Сергей Никитин, а также покойный Берковский тоже на эти стихи написали свои песни, я бы, конечно, не занимался бы этим. Ну вот некоторые друзья говорят, ну вот ты ее написал по-своему. Ну, наверное, так у меня вот третья песня всегда несколько такой направленности. Не третьего тоска, но примерно где-то близко. Потому что, ну, мало того, что мы теряем людей, друзей, близких, к сожалению, мы не всегда используем те возможности общения. Вот они вроде рядом, и слава Богу, и мы этого как-то не всегда замечаем. А потом бах, теряем, а потом думаем, что где-то не договорили. По крайней мере, у меня такое в жизни неоднократно случалось. Людей теряют только раз, и след теряя не находит. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит, прощается и в ночь уходит. Если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Давай. Давай сейчас его вернем. Немедленно его вернем, поговорим мы с тобой. Весь дом вверх дном перевернем, мы праздник для него устроим. Весь дом вверх дном, весь дом вверх дном перевернем. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит, прощается и в ночь уходит, прощается и в ночь уходит, прощается. Вчера вот из Минска ехал, и практически всю дорогу, ну такой ли, я даже не знаю, только к Москве подъехал, так немножко это дело прекратилось. Звоню сегодня домой, там вообще как-то совсем мокро, собакинку не могут вывезти погулять. В этой связи вспомнилась старенькая такая, старенькая песня, еще в лейтенантское время написанная. Барабанит дождь по крышам, мечтают стать морями лужи, и воду всю на землю выжив, по небу тучи ветер кружит. Темно за окнами ненастье, а мне здесь светит полстагерца. Мне дождь печаль всю смоет сердце,
и значит он сегодня счастью. Осень и небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Ночами снится. По паркам ветер листья носит, недели тянутся резиной, и пес голодный булку просит, когда иду из магазина. Его такси ужила погода, он, как и я, продрог жестоко, и как ему мне одиноко. Видать, такое время года. Осень и небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Весна ночами снится. Дождям не видно нынче краю, мечтают стать морями лужи, а я по-прежнему мечтаю в душе избавиться от стужи. А я мечтаю улыбнуться и, может, даже рассмеяться, не превратиться ближе в паяца. Мечтаю я к себе вернуться. Осень и небо нынче цвета стали, деревья от листвы устали, и в эмиграции все птицы. Ночами снится. Спасибо. Мне так очень давно на одном конкурсе авторской песни, я еще так, ну, даже участвовал в них. Сейчас иногда приглашают в жюри посидеть, категорически отказываюсь. Тогда, помню, в жюри сидела Вероника Долина, не Лариса, а Вероника, это есть такая тоже замечательная поэтесса, бард. Я с ней поругался там, ну, долго рассказывал там по поводу афганской темы, это 89-й год был. Ну и у нас уже какое-то напряжение случилось, и я когда вышел, вот эту песню спел, она, жюри, оно всегда там обсуждает, где, что неправильно. Она говорит, а почему это вот 8 дней в неделю, когда в неделю 7 дней? Ну, я долго не раздумывал, я говорю, интересно, говорю, а что-то пожарных никто не спрашивает, почему они должны спать 25 часов в сутки. Вот выкрутился. Но все-таки куда без нее, родной всепогодный. Вот песня, она заглавная на новом диске, все-таки диск «Предельные режимы». Песня, которая была написана, когда русские витязи слетали в Бахрейн спустя долгое время. Сейчас летают, вот я буквально крайне там полторы недели с ними слетали мы в Кант на десятилетие авиабазы в Киргизию. Я их там комментировал и концерт давал буквально несколько дней назад в Краснодаре. Было 75-летие КВАУ, единственное училище на сегодняшний день, к сожалению, которое готовит летчиков.
Вот, ну, да, главная песня. Летим за морскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, на наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе, в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. Наш жизнь, коль заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе, и кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. Наш жизнь, коль заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. На земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь каждый дуб Покрышкин Чкалов, на помощь к нам не прилетят, но там на них не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. Наш жизнь, коль заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Там,
Спасибо. Следующая песня. У меня как-то вот наконец-то в этом году сложилось, и я в мае дал концерт в Серышево. Авиаторы знают, что это за место, Украинка, это авиабаза дальней авиации. Причем я 3 года подряд летал в те края, выступал в Благовещенске и обещал дальникам. Я как прилетаю у них вот его, они улетают там вокруг Японии летать, куда-то в Тихий океан. Японцы топают нервно ногами, пишут ноты в МИД, что ваши здесь залетают в наше воздушное пространство. Наши, естественно, как украинцы, не цены мы. Мы там летаем. Ну, они расстраиваются, мы радуемся. Это та авиабаза, которая недавно относительно поставила рекорд по продолжительности полета. 49 часов, так на всякий случай, больше, чем 2 суток в воздухе, на шумном-шумном самолете Ту-95, его аналог, который там используется для других целей, Ту-142, в поиске подводных лодок, американцы даже не шутят, они говорят, мы вас слышим под водой, когда вы там летаете. Вот, ну, собственно говоря, песня про это вот все дело, Ту-95МС, Bear, медведь по натовской классификации, ну, песня называется «Медведь». Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном молитва, все по карте. Винты все 8 на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы мы ставим там на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских шабах шифровки строчат в ПВХ. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь засветки. От фюзеляжа револьвер, он производство СССР. Сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом, мы чуть не блистерным крылом. Такие бурзы, как правило, из Штатов. Но не изменит курс и борт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем домой к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах. Пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас как все носток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх, авианосец на волнах. А не найдем, то все заданет без толку. И крик, я вижу командир, вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и обрал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крылья эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить между собой. Когда опять придут в Атлантику медведи. Придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем. И 7 палок сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим. А турбулентность повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит сон. Не спит сегодня гарнизон, домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи.
Медведи. Спасибо. С некоторыми песнями бывает сожаление, некоторые связаны, причем совершенно разного свойства. Я очень жалею, что я однажды ее, ну, просто ограничен по времени был, не спел наверх, ну, там, Олег Викторович, я думаю, меня простит, там у нас сидит космонавт Олег Новицкий, на всякий случай. Самый необычный концерт, если исполнение трех песен туда на МКС можно назвать концертом, но тем не менее, время было ограничено, и нас там в ЦУПе предупредили: товарищи, следите за базаром, все, что вы говорите, все идет через Хьюстон, там слушают люди. Я сразу радостно сказал: ну все, я теперь американцам скажу, какие они пиндосы, мне сразу предупредили, что вы со своим белорусским паспортом вообще притихните. Я уже потом думаю, вот надо же было спеть. Такие борзые, как правило, из Штатов и так далее. Ну, было бы, наверное, правильно. Ну, ладно. Подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Там пусть телекомпаниры пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. В кульверхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне время, чем на всех часах. Только стрелкам не решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где там небесах. Надрыв адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключен тех, кто снизу. Нам послед огнем и громом огрызается поверхность. Континент и там не промах повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. На кону всего лишь жизнь, наши судьбы на весах, где там небеса. Живы оба, не убиты, хоть по мне влупили точно. И орёт им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью,
даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меня расстрела видность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Тогда не смерть, а жизнь перевесит им на весах. Где там небесах? Где-то в небесах. Где-то в небесах. Песни, я уже и сам начинаю верить, что я ее написал про войну «Три восьмерки», хотя изначально это было не совсем так, ну, наверное, подходит. Хотя главная мысль была здесь в том, что никогда не сдавайся. Будет птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не до жиру быть бы живо, столько лет на всех режимах. Не это мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам свинт открыла ее машины. Пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось. И не превратила нас в утиль. Та, что в небе Атты-Батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе Атты-Батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Редко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем вот купили за машину и за миля. Мы на ней как бабка на метле. Мы на ней как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь. Или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил, но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе Атты-Батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе Атты-Батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах. Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возит даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцев, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе Атты-Батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич
милый. Та, что в небе от тебя, ты та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич. Михаил Леонтьевич. Мир. Где-то полтора года назад выступал в Кореновске, был юбилей 70-летия 55-го ВВП. Балкарь Анатольевна. Ну и там сценарий был, мероприятие так построено интересно. То есть сам концерт у меня должен был быть в другом месте. Первоначально торжественное было, там главком был заявлен, полпред президента Устинов, Ткачев губернатор. Ну и там торгляляют, потом вроде как минута молчания, я без объявления выхожу по юный 8. Ухожу, ну и дальше все это продолжается. Ну, все это прошло, выхожу на ступеньки Дворца спорта, Дворца культуры. Подходят две женщины, такие, ну, серьезного возраста, говорят, большое вам спасибо, нам очень понравилось, как вы пели песню про Ми-8. А скажите, а вы что-нибудь еще из репертуара Николая Анисимова поете? Я сказал, что я кое-что пою. Прилетит вдруг волшебник голубой, прилетит бесплатно подарком. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Читался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крыш. Да небес казалось малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете, сказка ложь и мультик врет. Вряд ли вы меня поймете, но хотелось жить в полете. И с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Вертолет. Облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Вертолетик. Книжки нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам, и тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно. Под огнем свой танец кружим, он герой, я им горжусь. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик.
Мы пол жизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменялись только мест, вдруг с детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и заботясь о пилоте, детство он меня возьмет, даст пломбир кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускай вертолетик. Про вертолетчиков получилось все равно, она не очень веселая, ну, по крайней мере, логопеды пользуются. Детские. Я рассказываю про дело, что действительно будет. Хотя для меня важно не логопедическое применение этой песни, а самое дорогое было, когда в Торжке, вертолетчики знают, что это за место для армейской авиации, вот мы сидели, ну да, немножко чая выпили. И я вот ее пел, и вот это «рррр» в исполнении, как человек 20, и на этих 20 примерно орденов 30 мужества, и еще пару героев России, но это дорого стоило. Что-то вот, не то что вспомнил, звонят мне тут сегодня буквально с Камчатки. Говорит, ты знаешь, говорит, жалко, не успеваем мы на твой концерт. Самое интересное, что я понимаю, что это не совсем шутка. В Челябинск однажды прилетели ребята с Сахалина через Москву. Чем меня очень удивили, ну, порадовали даже. Ну, и говорю, а что у вас там? Да у нас, говорит, такая погода, что, как ты, говорит, однажды тут у нас сидел. Действительно была история, когда мы прилетели, ну, от телевидения, снимали репортаж, потом нам говорят, а вот там... интересные дела у нас в Магадане, от авиации ФСБ, давайте-ка слетаем. Ну, мы на 26-й через море, там, бах, и засели. И когда они мне там, вот, сахалинские тоже зовут, там, несколько раз они мне, давай вот на Курилы слетаем, там, споешь, все очень здорово, а у меня уже билет лежит на обратную дорогу, там, допустим, через 3 дня. Я говорю, знаете, а все время почему-то это в октябре получается. Я говорю, знаю вашу погоду, второй раз как-то на Камчатке, я столько не выйду. Ну, вот песня, наверное, в эту тему когда-то была написана. Бураном борт прижат к земле, неделю снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. И ледный домик, как отель, куда дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка здешняя метель, здесь бесполезно уповать на наш авось, да риск и страх. И мы в комбезах и унтах, неделю вынуждены спать. Здесь остается только ждать в буране малого окна. Не добралась сюда весна, да здесь и летом лишь плюс 5. Пеплу некуда упасть. 7-е сутки преферанс, и у меня на мизер шанс. 2 малки прикупит, да в масть. Когда б с погодой так везло, как нынче в картах мне везет, но за окном опять метет. И вьюга воет, как назло, к большой земле прямой маршрут наш штурман 10 раз нанес. Метеорологи всерьез
нам обещаниями врут. Мы бережем сухой паёк, и как бы нам энзо не вскрыть, ни в мать погода нечем крыть, и бесконечно дом далек. А ждать всегда нелегкий крест, и открывает экипаж воспоминания всех багаж. Он может скрасить наш арест. Мы под арестом у пурги, и загрустил борт-инженер, ему бы к молодой жене, да и другим здесь не с руки. И спирта в кружке всем нальет по третий тост седой бортех, и выпьем молча мы за тех, кого не крайним был полет. Бурона борт прижат к земле, неделю снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. Поеду на вокзал, я с войной завязал, я на север еду, вряд ли кто поймет. Через каждую версту я всю флюшечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел, да поезд шел на Воркуту. А в блокноте адресок и пульсирует висок, я не знаю, как же мне туда войти. Увидать чужую мать и простыну рассказать, как на той войне сошлись у нас пути. К ней так уже свинком приходил сам военком, и заученную скорно молвил речь, мол, сынок, у вас герой, и за родину горой. Но простите, не смогли его сберечь, блин. Через каждую версту я все в пляжечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел, да поезд шел на Воркуту. С ним ругались целый год, он был парень еще тот, лечит, что и под арест его гудбай. Он не бабал козырек, и патроны не берег, не путевый был, и в общем раздолбай. Он колючий был, как ёж, лечит, что хотел шить нож, и без повода порой всех матом крыл. Он был просто в рядовых, но в горах на боевых он от пули до меня собой закрыл. Стоит зима, и меня пора, наверное, в музей. Я смертельно одинок, а медаль и орденок не заменят мне погибших там друзей. Сердце больно бьет тик-так, я себя сожму в кулак. Я ведь стрелянный по жизни воробей. Хоть Россия велика и дорога далека, отсюда не убежать мне, хоть убей. Через каждую версту я все в пляжечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел, поезд шел на Воркуту. Спасибо. Я что-то вот вспомнил.
я сюда вот подсматриваю, но это не значит, что здесь полная подсказка. Ну, где-то по ходу. Я помню, в свое время были времена, когда по линии комсомола мы выступали там в домах офицеров и так далее, 80-е еще годы. И мне все время там какой-то ответственный товарищ: «Но ты уже знаешь, что ты будешь петь?» Я говорю: «Нет». «Ну как же это так? Как так не положено? Ну, типа, партия велела». Ну, все рождается по ходу, наверное. Хотя какая-то генеральная линия все равно есть. Я просто подумал, что там фраза была в предыдущей песне: «До Москвы попутный борт меня возьми». Вот это в армии попутный борт. Особенно, вот, наверное, в 90-е годы уже там на Кавказе там, как-то оно стало достаточно обыденным. Да и сегодня тоже. Ну, попутно чем приходится иногда летать. Что насупился Илюха? Нынче вылет ДДЗ, набивает снова крюк. Но смеящие солдаты из заката акварель, только нам не до заката, рампа Тельфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют экипажи не впервой, и Илью не испугают грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга, турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт в гуманитарке, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом, возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой, где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга, турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, а у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, город на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга, турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. От души нальет Илюша самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, вести благую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним листером, плеснет. Нам награды и не медали, а скорее путь домой.
руты снова в максимале, грузовик наш боевой на взлет. Уходит ввысь Илья трутяга, турбин грохочущий в порте поет. Летит Илюша протяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Вообще, когда вот аплодисменты раздаются во время песни, для меня это аплодисменты машине. Потому что, ну, вся эта техника наша советская, российская, советская, наверное, в первую очередь советская, она, ну, вытягивала и вытягивает, наверное, в самых, ну, невероятных. Твоя слова, один про нашу маленькую. Вот. Причем от любых машин, от больших до самых маленьких. Вон у нас там сидит очень красивая-красивая дама. Свет, можешь рассказать? Самая титулованная летчица в мире. Светлана Капанина. Я хочу числать любовные машины. Скажу просто, семикратная, абсолютно семикратная чемпионка мира. Дома было два шкафа, в них все награды не влазят. Они там везде разложены. И еще и мужа награды тоже. Владимира Степанова. И дети. Да, там Есения и Елисея. Один уже неоднократно занимал призовые места по борьбе, а Есения, ну я просто маленькую историю расскажу в этом, на этом Максе. Мы прилетели из Кубинки, я каждый день летал с группы руководства полетом, и тут Света так заруливает на экстре. Думаю, что-то не пойму, или у нее там что-то спереди уложено, либо... А там вот эта девушка летает с мамой на пилотаж. Не буду конкретизировать, сколько возраста. Должен был один такой друг мой сюда еще прийти, не только мой, здесь группа товарищей замечательных, которые с ним учились. Вот не успел, а то бы я ему пару ласковых сказал, я думаю, мы тоже поаплодируем. Ну ладно. Мы в классе предполетных, словно в школе. Светом мы сидим, идет урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижан еще не вышел в небесрок. Мы в небе, нам еще не вышел срок. Рисуем в облаках и пишем строки. Мы в небе, как набор карандашей. Крутила жизнь нам столько виражей. А мы как в школе делали уроки. И главным был урок труда стрижей. Урок труда был главным у стрижей. Та-да-да-да, та-да-да-да-да. Та-да-да-да, та-да-да-да-да. Та-да-да-да, та-да-да-да-да. Та-да-да, та-да-да, пам-пам. Вот КБП лежит, как тот учебник, что в детстве так хотелось мне порвать. Планшет, как будто школьная тетрадь. А летчик, как известно, не волшебник. Он только и умеет, что летать. А если что, и жизнь свою отдать. Там за границей нас всегда узнают. Средь хорнетов, фалконов, миражей. Вот жаль, не покидаем рубежей. И штурманы у карты вспоминают.
уроки географии стрижей. Была ведь география стрижей. Есть в небе математика полета и русский, тот, что много этажей. Эфир не соблюдает падежей. Чертить фигуры — сложная работа. Все это геометрия стрижей. Такая геометрия стрижей. Мы в классе предполетной, словно в школе. За партами сидим, идет урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижам еще не вышел в небе срок. Мы в небе, нам еще не вышел срок. Мы верим, нам не выйдет в небе срок. Ну, я думаю, многие поняли, кого я имел в виду. Я имел в виду Валерия Морозова, командира пилотажной группы, по которому так прошлись кованым сапогом сверху. Это, ну, вот, не знаю, это отношение страны к своим иногда авиаторам. Возвращаюсь опять к Светлане Владимировне. Света, тоже извини, так что я так официально. Светлана Копанина, которая 8 раз представляли звание Героя России, только потому что, я думаю, потому что правду она все время говорит в лицо нашим большим руководителям, поэтому представление неизвестно где. Ну, ее это не волнует, а меня волнует. Землю толкнем, и небо снова обгнет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дай слово. Пусть метео нам тучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи. Изнанка туч всегда светла снаружи. Нас небо солнцем, как родных, встречает. Вот жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо, ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь спасся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах инверсия ручек. Там и мирный ГВФ сквозь дни и ночи несет людей в Анталию и Сочи. А мы, как в школе, тренируем почерк. Вы будем не бить тексты, сочинений, фигуры пишем, а точнее пашем. И где-то снизу смотрят дети наши, наверное, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо, ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь спасся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас,
Наверное, с керосином нам без небес, как без воды хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали, ведь было время. Крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на пекле вычерчивая строим, местами землю с небом поменяем. Но мир там не изменится, мы знаем. Мы видим, как дворцы и замки строят. Нам не придется жить в таких хоромах, но честь свою мы в грязь не уронили. Пусть те, кто снизу свой кусок схватили, зато у нас есть небо, мы здесь дома. Не будет в нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь просто каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Но было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. По небу. Я все на часы посмотрю, регламент надо соблюдать. Ну, вернемся к вертолетчику. Ласточки летают над землей. Значит, снова непогода. Мы утешим небо здесь полгода. Значит, полтора, и я живой. На три умножается войной. Вот и с нами видано все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то есть, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую пою. Подтвердят нам трость и расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче, как в фильме «Терминатор», все, что снизу, убирает в лед. Наш бред он тем и нашим шлет. Скажет, кто не страшному вранью. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем поднимем помогу нее.
душу винтокрылую свою. Вместе с нами ты не погубила, а позвал же кто-то крокодила. Ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень, не из робких. Обложился лентами в коробках, пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал, к черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом? Ту, что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. Словно сто разгневанных богов, всю на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость, мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что выручила нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Даже сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределе на износе я Ми-8. Что в левой чашке матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились.
знать судьба моя такая. 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я не в осень. Я вернулся, а в салоне наследили. Пятна бурые застыли. Шланг отсмыли. Где-то в полночь я проснулся. Капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я не осень. Я не осень. Были с русскими видителями, со стрижами. Самое сильное впечатление, вот я рассказываю другу, на вышке стою, подходит мальчик лет 7, ну еще тренировку мужики там открутили, ну ребенок, понятно, не посторонний, наверное, сын там кого-то из авиационных родителей, подходит и говорит: а Ми-8 это ваша песня? Я говорю: моя. Здорово, мне еще военушка нравится. Разворачивается, отходит, походил, возвращается. Телефон такой, ну, старинный какой-то, мобильный. Говорит: извините, Николай Анисимов, можно я вас сфотографирую? Так, ну, у нас скоро перерыв. Я подумал, давайте посмотрим, что у меня тут вообще есть. Главное, не потеряйся на перерыве. С вами потеряюсь. Ну, вот такая песня. Я уже сегодня говорил, что у меня две песни есть, написанные на стихи не мои. А здесь я вообще, как говорится, не сомневался, потому что песня... стихи лауреата Нобелевской премии в области литературы Иосифа Александровича Бродского. На Бродского вообще очень много написано музыки, тот же Никитин поет, и Мирзоян, многие авторы. Но вот эту песню никто не решился, как я уже потом выяснил, озвучивать. Может, потому что там 5 листов текста, и мне вообще говорили, ты не выучишь, я почти выучил. Правда, чуть-чуть сократил, потому что иначе это целый концерт. Не знаю, мне нравится. Молодой Бродский писал в 1968 году на ввод советских войск в Чехословакию. Хотя мой близкий друг, один заместитель одной из авиабаз, командира, говорит: интересно, что он покурил, когда это написал. Ну ладно. Сейчас, я очень редко пою, поэтому я... Наши карты день мой опас. Север вовсе не здесь, но в полярном круге и квартире, чем ваш лампас, потому что фронт, генерал, на юге, на таком расстоянии любой приказ превращается рацией в буги-буги. Генерал, ералаш перерос в бардак.
бездорожье не даст подвести резервы и сменить белье. Простыня на штат, это значит, действует мне на нервы. Никогда до сих пор, полагаю, так не был загажен алтарь Минерва. Генерал, мы так долго сидим в грязи, что король червей загодя лихует, и кукушка безмолвствует. Упаси, впрочем, нас слыхать, как она кукует. Я считаю, надо сказать мерси, что противник не атакует. Генерал, только душам нужны дела. Тоже ж известно, чужды злорадство. И сюда нас, думаю, завела не стратегия даже, но жажда братства. Лучше в чужие встревать дела, что хули своих нам не разобраться. Генерал, и теперь у меня мандраж. Не пойму от чего, от стыда или от страха, или от нехватки дам. Или просто, блажь не помогает, ни врач, ни знахарь. Оттого, наверное, что повар ваш не разбирает, где соль, где сахар. Генерал, я боюсь, мы зашли в тупик. Это месть пространства, косой сожжение. Наши пики ржавеют, наличие пик. Это еще не залог мишени. И не двинется день наш дальше нас. Даже в закатный час. Генерал, вы знаете, я не трус. Выйдите в досье, наведите справки. Пули я безразличен, плюс. Я не боюсь ни врага, ни ставки. Пусть мне прилетят бубновый туз. Между лопаток прошу отставки. Я не хочу умирать из-за двух или трех королей, которых я вообще не видал в глаза. Дело не в шорох, но в пыль, в шторах. Впрочем, и жить за них тоже мне неохота в войне. Генерал, мне все надоело, мне скучен крестовый поход, мне скучен вид застывших в моем окне гор перелесков, речных излучен. Плохо, ежели мир вовне изучен тем, кто внутри измучен. Генерал, я не думаю, что ряды ваши покинув, я их ослаблю. В этом не будет большой беды. Я не солист, но я чужд ансамблю. Вынув мушту без своей дуды, жгу свой мундир и ломаю сабли. Птиц не видать, но они слышны, снайпер. Томясь от духовной жажды, то ли приказ, то ли письмо жены, сидя на ветке, читает дважды. И берет от скуки художник наш пушку на карандаш. Генерал, только время оценит вас, ваши канны, пляжи, карета, норты. В академиям будут впадать в экстаз ваши баталии, натюрморты. Будут служить расширению глаз, взглядов на мир и вообще аорты. Генерал, я вам должен сказать, что вы вроде крылатого льва при входе в некий подъезд, ибо вас, увы, не существует вообще в природе. Нет, не то чтобы вы мертвы или живи, вас нет в колоде. Генерал,
генерал, пусть меня отдадут под суд. Я вас хочу ознакомить с делом. Сумма страданий дает абсурд. Пусть же абсурд управляет телом и домаячит его сосуд. Чем-то черным, на чем-то белом. Генерал, скажу вам еще одно, генерал, я взял вас для рифмы, к слову, умирал, чтобы было со мной, но Бог до конца от зерна полову не отделил, и сейчас ее употребляет вранью. Мои мысли полны одной женщиной чудной. Внутри в профиль то, что творится сейчас со мной. Ниже неба, но превыше кровель. То, что творится со мной сейчас, не оскорбляет вас. Генерал, вас нету. И речь моя обращена, как обычно, ныне в ту пустоту, чьи края, края некой обширной глухой пустыни, коей на городах, что вы и я видеть могли, даже нет и в помине. Генерал, если все-таки вы меня слышите, значит, пустыня прячет некий оазис в себе маня всадника этим, а всадник, значит, я пришпориваю коня, конь генерал никуда не скачет. Генерал, воевавший всегда как лев, я оставляю пятно на флаге, генерал. Даже карточный домик, хлеб, я пишу вам рапорт, припадаю в фляге. Для переживших великий хлеб в жизнь оставляет клочок бумаги. Для переживших великий хлеб в жизнь оставляет клочок бумаги. Спасибо.